Форум будет позитивным, форум будет в поиске новых решений, интересных муниципальных практик. У нас более 3000 заявок. В этом году почему-то в Свердловской области Дальний Восток отличились. Очень много заявок оттуда было. Ну и в Подмосковье тоже много интересного. За 4 года проведения премии «Бизнес-Успех» собрала целый пакет муниципальных практик, которые просто на голову выше, чем средние практики по стране. То есть есть у нас муниципалитеты, где растет малый бизнес, где умеют его поддерживать. Откровенно, что мне захотелось поехать поработать в Железногорск. Кризис, особенно не хватает хороших новостей. И те удивительные, яркие, позитивные примеры и предпринимателей, и муниципальных администраций, которые были сегодня представлены на премии «Бизнес-успех», они дают надежду, и это очень важно в текущих условиях. Выживать не надо, надо расти, надо развиваться, надо выкидывать кризисное слово «безопасность» своего мозга. Мы можем видеть реальных предпринимателей, да, которые представляют свои проекты, которые показывают очень, на мой взгляд, важно другим предпринимателям, да, что есть новые ниши, есть те ниши, которые мы считаем традиционными, да, и есть много реальных возможностей для того, чтобы развиваться и развивать свой собственный бизнес. Проводится конкурс среди муниципалитетов, и, соответственно, отбираются лучшие практики в бизнесе. И мне кажется, очень важно, чтобы был диалог между бизнесом и властью. В глубине малого среднего бизнеса настолько мощнейший потенциал и уверенность в росте экономики, что и для нас, для членов жюри, это большая такая таблетка счастья. Рады приветствовать вас на торжественной церемонии награждения победителей финала национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» за 2014 год. Премия каждый год прогрессирует. В этом году очередная высота взята. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, с каждым новым этапом все больше будет ответственности, потому что легко падать, тяжело взбираться наружу. Вдохновляет, прибавляет энтузиазма. Очень приятно, что людям интересно услышать о твоем бизнесе. Самое главное я сделал. Я смог поделиться и рассказать, что все возможно, все возможно, все в ваших силах. Поймал такие новые ощущения. Я не помню, когда последний раз я так волновался. Я, наверное, пережил свой бизнес заново. Получил много эмоций и даже отчасти начал его переосмысливать. Вот эти последние 3 месяца до вот этого финала моя семья, мы стали жить этим конкурсом. Признание своих коллег, потому что в первую очередь в жюри сидят люди, которые с предпринимательством на «ты». Они либо имели опыт, либо каждый день общаются с такими, как я. Обращайтесь в «Опору России», в «Бизнес-успех», участвуйте, и обязательно к вам придет тот самый успех, которого вы хотите. Предприниматель – это человек, который живет нечто совершенно другой жизнью, более интересной, более насыщенной. И я, наверное, пожелаю, наверное, каждому молодому человеку, который хочет стать молодым предпринимателем, главное – начать. Главное начать, главное рискнуть, и я думаю, что обязательно получится. Бизнес-успех – это вот успех в своей нише, успех в своем деле, и это мера самоощущения предпринимателя.
надо делать, мы и надо и делаем, собственно говоря, да. С воодушевлением, с перспективой смотрят на собственные бизнес-планы, бизнес-кейсы и полны решимости их реализовывать.